просто мы будем по ходу дела остужать Дмитрия Анатольевича Егорова. А ты думаешь, что только его нужно остужать? Ну, слушай, он самый, кто, как тебе сказать, ну, первый, кто приходит на ум, если что-то начинается. Да, то есть там, ну, я почему говорю про Диму, потому что я помню последний матч, да, то есть, ну, по факту, там, поджог он. Там, понятно, там, с противоположной стороны тоже кто-то будет, наверное. Mm-hmm. Хотя, не знаю, кто Анкала вот может поджигать. Ну, Чужой, Маврин. Ну, они на поле, согласись, они через поле поджигают. Дима через бровку. Я не знаю, кто Анкала будет ему отвечать на бровке.